11:30, и сейчас у нас время, сейчас скажу, сколько у нас сейчас время, 11:45 местное время, и мы почти доехали, уже едем по их магистрали. Сейчас будет скоро Стелла и Екатеринбург. Вот, уже и в Рубазе проехали Стелла и парк. В принципе, доехали быстро, дорога нормальная, и пробка у Суксуна, как ну, очень многие говорили, и в принципе было известно, что у Суксуна будет пробка, не было, ну, не стояли как-то, на сразу светофор попали, и встречка стояла только. Вот, сейчас приедем, оставим машину у Меги, уедем в центр на такси, погуляем по центру, я там поснимаю маленечко. В общем, как я обещала, все-таки мы в Йобург-то собрались, что летом жару не получилось, вот сейчас. Осталось ехать, наверное, минут 20. На улице, кстати, погода портится, как-то стало не очень, какая-то погода, ветер холодный дует. Я думаю, что я, возможно, себе в каком-нибудь магазине, в Гринвиче или еще где-нибудь куплю себе кофту, потому что я поехала в футболке. Джинсовка есть, конечно, у меня с собой кардиган, но мне он что-то, я его не хочу надевать. Думаю, хочется, может, что-нибудь купить. Вот, думаю, еще минут 20-25, и мы должны приехать. А, вот я, у меня уже до речи просто пропал, я увидела небоскребы. Видно стало город уже. Сейчас поменяю камеру. Вот там видно уже небоскребы. Можете тоже увидеть. Попробую фокус поймать на них. Почти приехали. Приехали к храму на крови. Смотрите, какая здесь панорама. Голуби сидят, какие-то полудохлые. Трамвайчики ездят. Собственно, сам храм. Красивая такая панорама. Высоцкий здесь видно тоже. И голубь какой-то коричневый ходит. Набор воды с плотинки. Сейчас прошли по подземному пешеходному переходу, пришли сюда. Смотрите, просто офигеть. Сейчас находимся в дендропарке. О, кошка! Крыса! Крысулькин ты, что ли? В общем, тут такие лабиринты из кустов. Очень прикольно. Эти елки здесь растут. В общем, очень такой уютненький парк. В одно время здесь даже писали где-то, ну, в какой-то соцсети, что здесь клещ, женщина где-то клеща, что ли, поймала. Мам, помаши ручкой! Помаши ручкой! В общем, вот, сейчас идем на Высоцкий. Поднялась сейчас на Высоцкий. Смотрите, какая здесь красота! Здесь, кстати, такая штука, с крыльями фоткаться. Сейчас с вами пройду маленько панораму покажу. Я уже нафоткала эти виды. Этаж, кстати, 52-й, это бизнес-центр. И вот такая вот здесь панорамная площадка наверху. Здесь какой-то кран, я не знаю, зачем он нужен. Если честно, в каким-то... А, с рельсами он здесь ездит как-то, что он делает? Короче, а, он, наверное, стекла моет, точно. Скорее всего. В общем, ветер тут такой, нормальные фотки нифига не получались. Тут такие маленькие машинки. Они совсем малюткинские.
Здесь какая... Да, кстати, едой пахнет, потому что здесь это... Это как оно? Ресторан. Мама, кстати, у меня сказала, что она не пойдет. Она боится в лифте ехать и, в принципе, боится такой высоты. Говорит, с ума сойдет здесь. Одно из самых ярких явлений архитектуры того времени. Это был период увлечения отечественным народным искусством, национальным фольклором, деревянной резьбой, орнаментом. Но почти всегда на улице были приходы вещественности. Часто строили дома, которые первые этажи лицо, выполнился из кирпича. Смотрите на эту красотеньку. Ну, кстати, лифт быстро приехал, недолго, и у меня уши закладывало. Пока ехали, как будто на самолете взлетаю. Прям заложила уши. Ну, быстро разложила. Очень красиво. Сейчас в нем располагается музей писателей. Так, а это не храм ли на крови случайно? Куда изначально приехали? Или нет, это, наверное, не он. А может и он. Я запуталась. Очень красиво. Началось активное строительство зданий, выполненных в стиле конструктивизма. Многие из них признаны шедеврами в этом направлении архитектуры. Постройки отличаются строгостью, геометризмом, геометричностью внешнего облика. Часто эти я вам еще здесь покажу, здесь тоже красиво. Здесь видно вот эту вот водичку. В общем, очень красотичка. А, так похоже, да, это и есть храм на крови вот этот. Кажется, это он. Как-то я только не поняла, как мы пошли от него. Странно очень. Я, кстати, купила здесь себе сережки, покажу потом. Купила их у цирка местного.